Так, теперь опять же, левую ногу, то мы делали носочек вперед, нога вперед, потом в сторону носочек вперед тоже. Теперь давайте левую ногу делаем назад. Хорошо, теперь ногу так вот подержали, подрастянули левую. Теперь держимся правой рукой за забор. Ну, это такая условность. У нас с учетом того, что у нас руки вот здесь находятся. Вот так, если придерживаемся. Левая рука здесь. Левой же ногой начинаем попадать в разные бреши. Вот так вот. Вот так, вот так, вот так, да, и да. Разные эти отверстия. И поближе к себе, конечно, смотрю, вот такой вариант тоже. Руку левую подними, Андрюха, левую руку подними. Конечно, конечно. Ставить ногу не надо, надо просто туда вот. Проем. Опять это дома. К стенке подошли. Вот стенка, можно в сторону, можно так. И пошел до стены. Пам, 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 пам. Рисуешь, смотришь там. 10-15 минут потратил, ну, красота. Так, что еще? Что еще? Забор походили. Стойку поделали. Баланс. Вот так, да, конечно, можно еще поперекатываться. Сейчас на заборе. Сейчас покажу еще интересную штуку. Такие перекаты. Перекатываться помимо нас. Пойдемте вот сюда вот, ну вот это. Да ты что, дети, ты знаешь, как вот. Вот я про это имею в виду, чтобы не появилось ненужного совершенно. Так. Так, есть контакт. Сейчас следующее. Очень важная штука. Покажу, смотри, берешь петлю, вот так вот двойную делаешь, вот так вот двойную делаешь. Задача на растягивание. И начинаешь. Это можно цепи сделать. Вот у нас только одна цепь, а зато эти две штуки. Поэтому сделаем вот эти штуки. Потом посмотришь, запомнишь, это можно полотенце связать. То есть вытягиваешь и начинаешь одной рукой вот этой вот от себя, этой рукой к себе. Вот такое вот действие. Как будто и шарик, как будто и к себе. Это потом, допустим, да, вот такого характера. Понял, я одной рукой от себя делаю, другую к себе. Тут вариации там разные можно сделать, захват, там, ну и плюс для гимнастики, да.
руки натяжение как от себя, так и ближе к себе. Надо больше пытаться разорвать. Нет, 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 не вот они повторяй. Ты неправильно делаешь. И тоже не кулаки, а пальцы раскройте. Вот сначала вот как лодочка, как будто вы мячик держите, мячик обкатываете. Да. Натяжение должно быть. Одной рукой левой, если я делаю левую руку вниз, она как бы от себя идет, да, раскрывает, да? А правая к себе. Потом они меняются местами. Нет, нет. Сделай изначально руки прямо, когда. Вот сейчас давай, вот раз, и в другую сторону. Нет, ладони, ладони, как будто мяч держишь, да. И в другую сторону сделай так же. Да, молодец. Только теперь вытяни перед собой руки. Вот. И натяжение создавай, чтобы у тебя вот здесь ты прям аж разрывал вот эти вот. Все правильно, в кистях. Да, сейчас объясню для чего. Да, как раз вот к себе подтягиваете, от себя сделали, да, это вот обкатка. Ну там 100 раз быстренько сделали, поехали, счет, 100 вдохов, выдохов. Поехали, 100 раз со счетом. Быстрее, 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 быстрее. Прям натяжение, да, чтобы вы разрывали состояние, да. Полотенцем также, только полотенце можно держать и его комкать, жамкать. То есть такие же ощущения приколюшные. Быстрее, Андрюх. Набор, когда в петлях, да, руки разный набор, грандиозный просто можно сделать, очень большой. Вариативность и натяжение создается. Как раз вспоминание, как руки идут. Сколько счет, какой Андрей? Какой счет? Счет я не знаю. Я сказал 100 раз сделать. Какой счет? Я не считаю. Почему? Я сказал 100 раз сделать. Ты там сбиваешься быстро. Ну молодцы. Раз, два, съесть. Молодцы. Стоп. Давайте. Давайте. Стоп, стоп, стоп. Стоп, я сказал. Так, есть контакт. Теперь задача. Ты. Или я, или он. Неважно. Давай ему руку, давай мне руку. Я взял тебя за руку, ты взял его за руку, он взял меня за руку. Вот первое, да? Начинаем делать такое действие. Это там простые, как бы, один, кто держит, он крепит руку, это класс, да? Обучаемся, вспоминаем. Другой, кто, он выходы из захвата, самые простые. Здесь как раз подключим вот эти, которые действия сделали. Не торопясь, можно как бы все сделать с рывком, можно прям бах оторвать, можно протянуть, как бы посмотреть, да, что происходит. Можно включать, давай, можно включать разные вариации, какие они могут быть. Но действие, оно как бы вот это вот. Поэтому сейчас на веревку поделаю, не вспоминаю, я сделаю, пешки не помню. Раз. И прям сразу следующим последовательно себе. Да. Так, есть контакт у меня, да? У меня, да. Раз. Раз. Ты выходишь. Я выхожу. Нет, как ты до этого делаешь? Можно вообще вот так поднять. И просто в данном случае задача сделать, исходя из действия. Можно просто к себе руку вверх поднять и выйти. Вариант, ну, можно вниз сделать. Но в данном случае задача выйти вот так. Давайте на пару. На пару. Один одного держит, другой, другую рукой, другую делает. Да. И вот получается, один включает мысль, что он держит, еще в это время и выходить надо. То есть вышел один, вышел другой.
по очереди. Без рывков стараешься, да. Нет, Андрюх, тебе наоборот же надо делать. Вот так. Так. Вот смотри. Повтори, вот сейчас повтори действие, которое ну, делал с этой вот, так, с петелькой. Так, что? Повтори действие, которое ты с петлей делал, так, на воздухе. Стой, отпусти его, отпусти его. Как ты делал с петлей? С петлей, как ты? Вот так, тихо, не торопись, так, помедленнее. Поболее сделай, да, да, вот, давай. Тебе надо преоблагать захват, надо снять его захват. Так просто не получится ничего. Поэтому ты просто крутил так, а если бы с петлей ты правильно я тебе сделал, то, что я тебя просил, натяжение сделал. То есть ты ее поднимаешь, как бы еще натяжение делаешь. Вот если срываешь эту петлю. На меня не смотри, меня нет. Ты туда посмотри. Работает. Я не знаю, зачем он локтем. Ему хочется локтем. Может, он делал локтем так. Я не видел. Я не видел, как он делал. Нет, ты тоже нет. Можешь локтем, если хочется. Нет. Делай локтем. Локтем, когда делаешь. Но... Ты можешь просто руку вверх поднять. Вверх вот так. Просто можешь руку вверх поднять. Вот. А теперь поднимай вверх, чуть-чуть к себе сделай. Вот чуть-чуть ее к себе сделай. Делай, конечно. И тебе надо так же выходить, да? Просто есть нюансы физиологические. То есть кто-то вы делаете, как бы я объясняю, на что вы еще делали, понимали. У кого-то больше эластичность, гибкость. Кто-то зацепился, у него, смотри, как кисть у Сереги, да, он зацепился, и он тебе не дает возможность выйти. Он максимально будет ее держать. Поэтому если ты пожестче, тебе тяжелее удержать, тяжелее выйти. Но... Всему свое время. У меня силы, у меня хватки вообще нет. Всему свое время. У меня руки слабые. И вот давай еще последний раз есть контакт сделали. Вот теперь смотрите, да, вот эта вся тема. Для чего это надо? Допустим, ладно, вот он держит. Для чего это? Вот смотри, для чего это действие нужно? Вот именно брать, чтобы с таким данным моментом. Мне в любом случае получается локоть, да, знаешь, что я локтем воздействую. Я их сюда завожу, чтобы уйти от его зацепа. Но для чего мы выводим руку вот сюда, чтобы совершить вот такое действие? То есть я поднял, будет рука, как бы раз, чтобы не вот это совершить. Например, кто-то схватил его, например, руку поднял, надо бить человека. Как я его схватил, он и спокойно от себя уводит. И сюда делают, да, и сюда делают. Ты мягко что-то же. Давай, да, он бах, у меня сделает. Нет, я тоже знаю. Я специально показал, нахуй. Чтобы вы понимали, тебя просто сбить так, убрать. Давай, ты поднимаешь, я тоже сделаю, да, тоже сделаю. Да, поднял, да. Тоже тут мягко. Вот теперь вы на пару сделаете. Нет, просто что-то мне кажется. То есть получается именно действие можно вот сюда, конечно, сделать. Но если попадается не сюда, а вот сюда, то есть он прям бум, ну, куда она прям, она хорошо, не то что без сухожилия, да и нет, а здесь же тоже сухожилие, просто здесь вот этот вариант угол, он помогает создать натяжение больше, здесь оно проскользнет, а здесь оно не очень проскальзывает, она как бы сюда втыкается, воздействие идет на предплечье, еще и на плечо, вот давайте поехали, правое левое и левое правое потом, по 10 раз на одну сторону, по 10 раз на другую сторону, да. Один кто-то держит какой-то. Кто-то и держит кто? Один и держит ну, другой. Один, один, так же по очереди, конечно. Ты должен выйти из захвата и сделать действие. Не торопись. Просто спокойно. Тут же, да, без паузы, прям бах, рука у тебя. Так вот, бросил ее. Да. Прям туда. Смотрите, не вот туда не должна быть, она должна быть вниз идти. Вниз здесь. Не в сторону. Я объясняю, почему. Если вы делаете в сторону. Физиологически вам просто вот так вот как лучок идет. Ну, вот это естественное движение. Но если вы сделаете вниз, то она идет воздействие на сустав. Вот сюда. Здесь сустав, здесь.
То есть разница, да, по нанесению травмированности, это более серьезно. И вам надо понимать, что группа А привлекала оригинал. Действие, естественно, когда все проще, эти получше, значит, еще раз ударит. Давайте, поехали. Сейчас он тебе вот десяток сейчас накидает. Понесла, все, Андрюх, хорош. Хорош. Поехали. Ну просто силу удары. Сера, а ты руку не держи тоже. Вот когда у вас выход сделали, вам не надо притворяться, держать. Если рука ушла, нет у тебя за что схватиться, значит у тебя рука что вниз опускается. Он должен успеть в этот момент сделать. Ты, ну не так, это не по-настоящему. Вот сделай, выйдет. Так я не буду так его делать. То есть выход делаю. Выход, если он сделал. Я понял, выходи. Короче, выходит. Ну, смотри, вот он просто выходит, выходи. Вот пока у меня рука падает, да, он должен успеть сделать. Можно дать возможность. Ну, как понимать, надо, что это на самом деле успевать. Успевать, резко, резко. Да, нет, здесь не надо столько резкости, сколько должно быть плавности и текучести. Потому что когда резко сейчас кто-то начнет действовать, кто-то держит, он чувствует резко, и сам чем-то первым сделает. То есть резкость, она возбуждает ненужный интерес. А это должно быть все плавно, аккуратно, типа бум, по идее, прям вот прям. Чтобы рука вот у меня отвалилась. Нет, ну только аккуратно, да. Оно резче, да, резче. Быстрее, может да, быть, хлеще. Допустим, да, допустим. Во всяком случае, да, во всяком уходить получается. Оп, Серега, да, он просто проскакивает. А ты держишь, а видишь, ты такой, как бы, этот, знаешь, тормознутый хулиган. Ага, вот. Зато в другое место, видишь, как получилось. Чирк. Нет, так-то можете попробовать руку специально оставить, чтобы другой почувствовал, что такое удар. И чтобы вы почувствовали, каково да, это. Да. И другой, чтобы почувствовал. Можете специально оставить ее. Да. Но только прям, кто-то из вас, видать, не бьет нифига, потому что я не наблюдаю вообще действий. Не, ну в смысле не бьет. А, конечно, не как ты. Не, бить со всей. Не. Я же не говорю, что надо бить со всей силы. Но чтобы понимание было, да, что у тебя получается. А он-то тебя не будет там банить, ты скажешь, Андрюх, надо сильнее делать или не сильнее. В смысле, сильнее. Смысл. И давай еще по разику. И поменяйте руки. Вот поменяйте теперь захват рук, зацеп, да. Нет? Вот нанесение этого действия может быть не только туда вы делаете, как бы и слушаете, не только вот в локоть. Это может быть в кисть, это может быть в плечо, это может быть в шею, это может быть в грудь, куда там, куда это получается. Просто сейчас вот так придумали, в такой в приколюшной форме. А так, если большой замах, вот допустим, Серый, сейчас будешь выходить, вот делается большой замах, и он может как секущий, так вырубящий, делать действие аж от плеча до бедра. То есть если у тебя замах, да. Или ты, Андрюх, сейчас делай вот как замах, и, допустим, ты сможешь ему в шею попасть. Вот этой рукой. Нет, в шею. Я вниз, у меня угол. Если ты чуть-чуть угол поменяешь. Не, ну понятно, я могу и так. Конечно. Да, конечно. Конечно. Ну куда действенно? То есть куда надо. Ну куда захочется. Тоже десяточек раз, да. Это как это? Это приходящее. От драки я отошел. Ты просто растратил гибкость. Ну, драться это, видишь, это как. Все-таки это как обряд. Для нас эта драка это такая. Нет, не обряд. А зря. Ты, значит, имеешь в виду, ты не драка, ты имеешь в виду мордобой. А драка на самом деле это обряд. Оздоровление.